на конкурс «Дети читают стихи» на лабиринт.ру. Матвенко Полина, 10 лет, город Сургут. Маршак, мальчик села Поповки. Среди сугробов и воронок в селе разрушенное дотла. Стоит зажмурившись ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломок печки и трубы. И это все, что уцелело от прежней жизни и избы. Стоит белоголова Петя и плачет, как старик без слез. 3 года он прожил на свете, а что узнал и перенес. При нем избу его спалили, угнали маму со двора. И в насмех вырыта могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу. За кровь пролитую в Поповке и за ребенка.